Главной целью данного собрания было скоординировать все силы различных организаций района и направить их по одному наиболее важному вектору. Участники круглого стола обозначили свою заинтересованность к привлечению внимания молодых людей и общественников к деятельности уже существующих структур и при необходимости создать новые. В программе заседания, вручение благодарственных писем, разнообразные презентации участников областного форума «Я гражданин Подмосковья» и активистов городских и сельских поселений. Заместитель руководителя администрации Виталий Савилов отметил, что работа всех участников встречи разнопланова и, безусловно, важна, и предложил создать общую площадку по координации действий. Мы знаем, что есть проблема в том, что у нас нет домика, нет крыши, где мы все сядем, обсудим, мы над этим работаем, и вот... У нас и нет учреждений, которое могло бы объединять, в котором были бы люди, которые бы объединяли эти организации. Мы к этому стремимся, и я надеюсь, на следующем году мы увидим это учреждение, появится домик. Но я чувствую, что назрело, где нужно общаться, площадка. Хотя бы в интернете. Автор одной из представленных концепций – Олег Артеменков. Он считает, что молодежи необходимо уделять больше внимания. Сегодня мы собрались создать молодежный совет, так как молодежи, в принципе, к сожалению, мало кто занимался. Про это вспомнили, это очень актуально. Как патриотическое воспитание, так и духовное развитие, так и в целом развитие молодежи. Все участники сошлись во мнении, что подобные встречи необходимы, и формат круглого стола для них оптимальный, чтобы слышать друг друга, помогать друг другу и вместе развиваться. Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».